Вот вступление к этому большому ролику, ролику, посвященному трансу, посвященному релаксу и аутотренингу, оно объяснит вам цели и задачи, которые я поставил, привнося вам новые научные данные и о трансе, естественном нашем состоянии, который позволяет нам и отдыхать, находить эмоциональное равновесие и ставить перед собой задачи. Релакс – это снятие многих физиологических зажимов. И аутотренинг – это такое вербальное внушение. Или на отдых – многие бессонницей страдают. Или на внушение стремиться к чему-то, менять свои негативные убеждения на позитивное и конструктивное. И вот смотрите этот ролик и действуйте так, как я вам там говорю.